Заявление и прежней, и нынешней власти о Нагорном Карабахе должна проверить независимая комиссия, заявил журналистам в парламенте глава фракции. Просвещенный армянин Эдмон Марукян передает канал 13. По его словам, тщательному изучению подлежат все аспекты, связанные с переговорным процессом, состоянием и командованием армии до и во время военных действий. Отметим, что фракция «Просвещенная Армения» разработала проект создания рабочей группы по сбору фактов для изучения обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе. В соответствии с этим проектом в группе должны быть представлены политические силы, занявшие первые 6 мест во время последних парламентских выборов, а также омбудсмен. В целом в группу по сбору фактов будут входить 16 человек. Фракция «Мой шаг» участвовать в инициативе отказалась. Ранее Эдмон Марукян заявил, что проведет консультации с политическими силами, которые поддерживают идею создания группы по сбору фактов о 44-дневной войне в Карабахе. По мнению политика, если комиссия будет создана по закону, то она будет более независимой, чем в случае, если она будет сформирована по решению правительства. Экс-президент Армении Серж Саркисян отказался от вхождения в состав группы по сбору фактов. Объяснил отказ он тем, что будет уместно вернуться к этому вопросу после смены власти в Армении.